Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться очень вкусным, красивым, красочным блюдом, которое очень любят в моей семье. Друзья, начинаем готовить. Сегодня готовлю кабачки, очень вкусные летние овощи. Погнали! Нам понадобится всего лишь два кабачка, друзья. Маленькие, вкусные, свежие. Отрезаем все лишнее и нарезаем кабачок кубиком. Довольно крупно сегодня будем резать. Обязательно попробуйте этот рецепт. Я уверяю вас, вы будете его готовить постоянно. Вот таким вот образом нарезаем весь кабачок. Я кабачки могу есть 3-4 раза в день. И они мне не надоедают. Очень люблю этот овощ. Отправил сковородку на плиту и добавил довольно много масла, примерно 3-4 столовые ложки. Добавляю примерно пол чайной ложки сухого чеснока. Прожариваем секунд 10-15. Можно сразу же добавить черного перца, что я и сделаю. И отправляем жарить кабачок. Кабачок жарим до красивой золотистой корочки. Кабачок я не солил, сковородку соли тоже не добавлял и не добавляйте, иначе кабачок начнет впускать воду. Довольно на большом огне обжариваем кабачок. Аромат уже стоит на всю кухню. А еще будет два очень вкусных ингредиента, которые добавят изюминку нашим кабачкам. Добавляю 1 столовую ложку сметаны и примерно 70-80 грамм вкусного сыра. Хорошенечко это все перемешиваем. Обязательно сейчас присолим слегка, так как сыр он у меня солененький. Соли буквально щепотка. Огонь уменьшил на минимум и томим буквально еще 3-4 минуты, и наше блюдо готово. Самый вкусный и ответственный момент – это когда мы пробуем. Друзья, это не кабачки, это просто бомба. Обязательно попробуйте. Кому понравилось, ставим лайк и подписываемся, делимся с друзьями. Я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.